Успокойся, я сейчас помогу тебе быстро собраться и с вот этого сделать красоту. Привет! В этом видео мы с вами соберемся максимально быстро на праздничную вечеринку. Вас точно никто не застанет врасплох. Итак, для начала нам нужно выровнять тон кожи. Тон нанесла и сразу распределяю спонжиком. Так будет намного быстрее. Зону под глазками высветляю консилером. И еще немножечко прохожусь по участкам, где есть некоторые недостатки. И тоже все быстренько распределяю спонжиком. Кстати, так тон ложится намного ровнее и нежнее. Тон подготовлен. Теперь приступаем к моделированию. Подчеркиваю скулы. И прохожусь по всему контуру лица. Добавляю немножечко румянца на щечки и немножечко на носик. И, конечно же, без хайлайтера тоже никуда. Подсвечиваю все выступающие части. Скулы. Перегородку носика, немножечко лоб и галочку над губой. Для лучшей стойкости можно еще немножечко пройтись пудрой. Все, личико готово. Можно приступать к бровкам. Автоматическим карандашиком и штрихами заполняю бровки. Благодаря автоматическому карандашику и тоненькому стержню они получаются очень натуральные. И дальше фиксируем их гелем. Смотрите, насколько визуально они стали пушистей. Бровушки-воробушки готовы. Приступаем к макияжу глаз. Конечно же, в первую очередь наносим базу. Если нет базы, вы помните, подходят кремовые тени. Пока база застывает, я предлагаю хайлайтером немножечко подчистить форму брови. Ну, смотрите, так они намного четче стали. Теперь все веко нужно нанести самые сияющие тени, которые у вас есть. И прям пушистенькой кисточкой наносим полностью на все подвижное веко и неподвижное. Так, прям втушевываем. И сразу высветляем внутренний уголочек. Дальше любым коричневым оттенком, которым вы прорабатываете складочку века и пушистой кисточкой, но не сильно, чисто для того, чтобы наш глазик был объемным. Вот так. И немножечко остатки вытягиваем к виску. Смотрите, совсем-совсем чуть-чуть, но просто чтобы форма у нас оставалась глазика, а не чистого полотна. И этим же коричневым прорабатываем нижнее веко. Дальше черным карандашиком прокрашиваем слизистую. Всегда наносите хотя бы в 3 слоя, для того, чтобы он хорошо держался на протяжении всего дня или вечера. Так, прям хорошенечко прокрасьте. Этим же карандашиком прокрашиваем линию роста ресниц на верхнем веке. Этот способ как раз идеально подойдет для тех, кто боится сразу быстренько сделать стрелочку. Карандашиком это намного легче сделать. И быстренько, пока не застыл карандаш, плоской кисточкой выводим стрелочку. Это не должна быть прям четкая стрелка, это просто остатки карандаша, которые вытянуты типа в стрелочку. Такая как бы растушеванная стрелка у нас получится. Теперь хорошенечко прокрашиваем реснички. Прям несколько слоев. Ну и как всегда. Вообще бывает так, чтобы не замазаться тушью. Ставь лайк, если тоже регулярно отпечатывается тушь. Ресничищи навели, но, естественно, мне этого мало, поэтому мы добавим еще накладных ресниц. Но если вы не хотите, можете оставить и так. Пока там клей на ресничках схватывается, мы добавим с вами сюда еще кое-что праздничное. Я буду использовать вот такой вот сияющий пигмент. Только один его вид уже добавляет праздника. Плоской кисточкой прям наносим на все подвижное веко. Смотрите, как круто! Они еще какое-то время на ресничках оседают. И когда вы это видите глазами, это такое счастье! Просто такой невероятный праздник. Это прямо сравнивается с тем, когда вы зажигаете гирлянду. Все же сидят завороженные, на нее смотрят. Клею реснички. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что скажете? Как по мне, с ресничками стало намного-намного лучше. Ну а сейчас приступаем быстренько к губкам. Естественно, они будут красные. Для начала карандашиком создаем форму и основу под помаду. Прокрасили и наносим помаду. Тоже есть, но это естественно. Но еще не все. Наносим сияющий, блестящий блеск. Так, между нами блестяшек никогда не бывает много на празднике. Смотрите, какие классные губки получаются. Ну и пришло время что-то вот с этим делать. Нам нужна расческа и очень хороший лак. Добавляем лак на корни.
и начесываем. А длину просто разъединяем, чтобы они были пушистенькие. Можно это, естественно, сделать просто ручками. Ну вот, что-то такое подобное должно получиться. Готово. Можно еще их как-то уложить в прическу, например, забрать назад. Но мне очень нравится именно вот так. Всего за 5 минут мы из вот этого превратились в это. Вот такой вот праздничный, быстрый образ получился у нас сегодня. Этот макияж вы точно сможете повторить буквально за 5 минут. Ну а у меня на этом все. Спасибо, что были сегодня со мной. До встречи в следующих видео. Невероятно сияйте на этом празднике.